Преподаватель из Тверского государственного технического университета совместно со студентами разработал проект «Экобашни Лидия». Он направлен на использование альтернативных источников энергии. Со своей идеей команда выиграла во всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия», который проводится на президентской платформе «Россия – страна возможностей». С победителем встретился наш корреспондент Наталья Чекет. Высокоуниверсальная башня вырабатывает электроэнергию сразу от двух возобновляемых источников. Это солнечные модули и ветрогенератор, поэтому она может работать в любой точке нашей страны. Так, в регионах, где много солнца, максимально используются солнечные панели, а где больше ветра, восполнению электроэнергии способствует ветрогенератор. Идея пришла спонтанно, но ранее у меня был опыт применения солнечных модулей на производстве. И мы пытаемся как-то вот закрыть эти участки, где нет линии электропередачи больших, так скажем, электростанций нашей экобашни, дабы всем было хорошо, тепло, светло. Конструкция башни на первый взгляд кажется простой, однако в ее основе сложные технические решения. Это стержневая система из металлических элементов. Команда ТВГУ принимала участие в конкурсе в первый раз и сразу победила в номинации «Экология моей страны». «Моя страна, моя Россия» – это всероссийский конкурс, который проводится на президентской платформе «Россия – страна возможностей». Для молодых людей, неравнодушных к жизни родного города, села или поселка и готовых предложить свои идеи и проекты для развития малой родины. В этом году президент в послании Федеральному собранию говорил о важности поддержки местных инициатив, связанных с краеведением, с народным творчеством, с сохранением культурного и исторического наследия народов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» эффективно решает эту задачу. Он объединил тысячи неравнодушных, ярких, интересных, целеустремленных людей и помогает им самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи, активно участвовать в жизни своих сел и городов и способствовать их развитию. Во всероссийском конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Победители ждут стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Конкурс «Моя страна, моя Россия» уже давно вышел за рамки только конкурсных мероприятий. Это сообщество экспертов, сообщество педагогов-новаторов, сообщество молодых людей и их родителей, которые неравнодушно относятся к развитию российских городов и сел, где они живут, где они получают образование, где они работают. Мы приглашаем всех к участию в конкурсе. Очень много номинаций. Номинации охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Каждый найдет для себя свою тему. Совсем скоро стартует уже 17-й всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия». И каждый житель Твери и Тверской области в возрасте до 35 лет может принять участие в конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Улучшить жизнь своего региона, создать свой собственный авторский проект, социальный, культурный, научный или другой. Нужно просто подать заявку на участие в конкурсе, а потом, одержав победу, получить поддержку для его реализации. Главное – инициатива и желание развивать свой край.